Привет! Сегодня наш ролик посвящен еще одному легендарному и мифическому блюду израильской кухни. Помните, я рассказывал про полочки в супермаркете, где стоит хумус, тхина, все остальные салаты? Так вот, там же стоит так называемый салат турки, турецкий салат. Почему так называемый? Потому что ни в Турции такого салата не знают. Не турки, которых я расспрашивал в Стамбуле и там всяких других частях Турции. Такого блюда не знают, никогда про него не слышали. Но в Израиле это хит. Турецкий салат. На горячую сковородку оливковое масло. Я не сильно парюсь по поводу того, какой он красивый, как он красиво порезан, потому что это все будет сильно потушено. Перец сладкий. Давай немножко сюда, ладно? Ну, чтобы не стоять. Масло маловато. Туда же я отправлю немножко острого перца. Немножко острого перца. И тройку чесночин. Так, грубо измельчу как-то. Сейчас очень важно, он постоянно помешивает, чтобы он не пригорел. Овощи должны быть тушеные, не жареные, тушеные. Мягкий перец, прозрачный лук, раскрывшийся чеснок и острый перец. Вот примерно такого состояния придется, чтобы овощи пожарились. Перец мягкий, лук золотистый. Пахнет призывно. Теперь томатная паста. Итальянская томатная паста. Doppio concentrato di pomodoro. Thank you.
Можно сказать, что это такой соус, в принципе. Но почему-то он называется салатом. Еще воды. Еще воды. Это уже суп какой-то. Подожди, он должен выкипеть. Вот когда он выкипит, он станет салатом. Ну, салатом в израильском понимании, то есть чем-то таким, ну, то есть чем-то таким, что можно с одной стороны есть ложкой, с другой стороны намазывать на хлеб, с третьей стороны использовать как соус. А салат. С четвертой выгодно продать. Да, не без того. И чтобы это было еще более выгодно продать, я добавлю еще немножко воды. Так. Теперь специи. Ну, что может быть специей для турецкого салата? Зира, с одной стороны. Кардамон, с другой стороны. Соль, перец. Зира. Или мюзеру. Зира. Я тебя люблю. Сахар. Перец. И соль. Пахнет вкусно. Ну да. Вы знаете, есть еще такая быстрая версия этого салата, когда все ингредиенты сырые. То есть вот ничего не варится. Лук сырой, перец сырой, острый перец сырой, томатная паста прямо, или даже просто молотые помидоры. Все это перемешивается, добавляются специи прямо вот так вот. В холодную салат. Но преимущество вот этого, ну, они, их много на самом деле, но вот преимущество непосредственно этого салата, потому что он может стоять несколько дней. То есть его можно приготовить. Он остыл. Вкусы там в нем распределились, расформировались, И все это дело может жить несколько дней в холодильнике. То есть вы можете смаковать. А быстрый салат нужно съесть сразу, иначе он скиснет. Так. Теперь. Измельчу. Пять ручек. Пять ручек картошку. Например, укроп нельзя. Укроп можно только нарезать и все. А почему? А он пускает много воды и превращается в кашу. А петрушка, она такая терпеливая, стойкая девочка. Поехали. Все. Салат готов. Уже вне огня залишь вам петрушку, чтобы она не почернела. И необходимо дать морковь. Красиво, правда? Пахнет здорово. Как хотите. Салат, соус. Или салат. Салат турки.
турецкий салат, о котором турки ничего не знают.